Ребята, всем привет, с вами Александр. Остается последний час на то, чтобы попытаться еще посражаться с водоворотом. И нужно взять, да, поскольку он в этом аккаунте никто здесь не сражался, то есть первого уровня, можно попытаться взять вот каких-то таких вот слабеньких динозавриков здесь. Давайте попробуем сейчас полистать, здесь найдем что-то там, ну, опять же, любимый раптор, там, спинозавр. Например, можно взять так редкие. Каритозавр прикольный. Аллозаврик. Так, кем пойдем? Иритатор. Так, ну давайте начнем со спинозавра. Ну, 40-го давайте найдем. Вот раптор проскочил, 30-й. Так, вот спинни. Вон, адский кабан. Вон, давайте синоцератопса возьмем. И раптор. Раптор, ты где? Неужто ли настолько раптор сильнее? Так, да, намного дальше стоит. Ну, давайте в атаку. Пойдем. Ну, на оленя просто поразмем. Блин, надо было взять гигантского оленя, черт, я забыл. Посмотреть, насколько водоворот сильнее. Так, вот спинни. Спинни большой, да. Спинни молодец. Прикольно смотрится. Ого, ну что-то я так посмотрел, что у него удар слабый, но что-то я не посмотрел то, что у него что-то жизни 2400. Попробуй-то пробей такое чудо-юдо. Вообще тут туманы эти, то находит, то проходит. О, неплохой был удар. Давай, спинни, мы в тебя верим. Да, пробил. Ух ты, даже я, может, перестарался. Может, семи бы хватило. Так, ну спинничу хана. И оленю тоже, я думаю, будет хана. А раптор еще одного должен пробить. О, анимашка у них одинаковая. Ну, побережем баллы, да? Прикольно, да, и удары вот содрали. Это что у синоцератопса... Синоцераса, блин, синоцератопса. Синоцераса, что у гигантского оленя, да, походу анимация одинаковая. Так, а вот его величество раптор. Ну давайте не будем затягивать, просто сделаем супер удар, так сказать. Оу-оу-оу! Хоу-хоу-хоу! Да, он бы, бедняга, наступил копытом, и осталось бы только мертвое, мокрое пятно от раптора. Так, отлично. По атаке в обратном порядке, да? Так, ну у него уже удар 500, блин, а тут даже, наверное, тут даже не знаю, кого уже брать. Легендарными попытаемся еще сходить. Еще хотя бы обычными легендами сразиться. Двоих, интересно, затащат.
Так, а, вот они уже. Я тут уже даже пролистал. Вот у нас Рекс. Рекс Пекс Фекс. Птер. Ну, так давайте сходим. Легенды. Классика. Может ли Рекс выполнить свою миссию или погибнет прямо сейчас? Так, ну, чтобы Рекс не окочурился, нужно атаковать прямо сейчас. Ну, отлично. Хороший удар. Так и поставил один балл, да? А, он сейчас и проатакует. На 3 из 4. Так, блин, ну а давай ты уже какой-то другой удар покажешь нам. Насобирай там побольше баллов, что ли. Блин, но, к сожалению, он нас пробьет. Эй, защиту не поставил. Ну да, шансов нет. Ну, было бы у него на бал меньше, мы бы выжили. Так. Ну что? 7000 урона, представляете себе, как? Как мало. Закончено? Почему? А, ну в смысле мы набрали нужное количество, но время у нас еще есть. Так, по атаке. Кого еще взять? Из так... О, давайте Кайнозои. Кайнозоев, что ли, наберем. Ладно, это нужно в конце брать. Кайнозойская эра. Давайте вот сравним его с гигантами. Индрикатерий, например. Анаконда. И Маматери. Помчались. О, смотрите, да, индрикатерии будут покрупнее или нет? Не, наверное, все-таки ноги потолще, такой покрепче, короче, а водоворот покрепче, а индрикатер пожирнее, индрикатерий. И, а, у него еще и бонус, вот это я набрал. Так, тут только анаконда тащит, да? Ну да, тут как бы индрикатерием атаковать вообще бессмысленно. Ну хотя на все, на 8 бы пробили. Так, а вот она кондушка. Ну что-то она не смотрится, да, такое большое против него. Отравили бедолагу. Так, ну, тут мы, конечно, без проблем пробиваем. За два...
лишний балл, да? Ну, ничего страшного. Мы еще выживем на следующий ход. Вообще, следующего, по идее, сможем пробить. Сила Маматерия. Так, ну, тут сразу нужно атаковать. Без вариантов. И да, победа. На тебе, копытами. По носу. Битва продолжается, да? Да нет, пожалуй, мы уже закончили. 30 тысяч урона. Вот тут уже что-то. Так, а мне вот интересно. Закончено, а приз получен. Это как? Мне ж вроде не выдавали повторно приз. Ну, это старый водоворот, нового я не поставил. Странно. Ладно, ребятки, на этом все. Всем спасибо за просмотр и до скорых встреч.